сегодня 11 июня. Сейчас иду на полигон, где будет танковое сражение, авиашоу. Где обещают большое представление. Здесь, правда, какая-то ферма. Пахнет не очень, поэтому пока не могу начать есть свою мороженку. Иду одна, пытаюсь найти номер Виталика. Виталик тоже блогер. Тоже должен быть здесь. А вот, наверное, танкист. Никак в интернете не могла найти, во сколько начало. В одном источнике было написано, что в 7 часов. Надеюсь, я ничего еще не пропустила. А вот и Виталик. Привет, привет. Мы встретились. Сейчас будем проходить систему защиты. Защита системы. Да. Заходим. Сейчас будут смотреть на наличие алкоголя. Нету ничего. Да. Нет, не найдете. Выходите. Верим. Да. Я бы не буду. Вот так вот. Еще и шутят. Где Виталик? А. Мне поверили, Виталику не поверили. Я сегодня без каблуков, и Виталик неприлично высокий теперь. Еще раз для информации. Сегодня 11 июня. Отмечаем День России. Полигон находится в селе Заречном, недалеко от города Симферополь. В 7 часов должно начаться танковое представление. Потом должны выступить группы. Город 312, по-моему, да? Что там еще? Вот палатки военные. В общем, в Крыму День России празднуют уже с 11 июня. И по последним данным, каждый год теперь будет День России открываться вот таким фестивалем. И этим самым они будут открывать сезон в Крыму. Поэтому вот, официальный сезон в Крыму начинается с 12 июня, когда празднуют все День России. Попробуем найти кого-нибудь, поспрашивать о чем-нибудь. Здравствуйте, а скажите, а вы здесь приглашаете, да? Конечно. А расскажите немножко. Ну, мы приглашаем молодых людей на контрактную службу, предлагаем им правее посмотреть, какие денежное довольствие это на служебное жилье. Вот. Ну, в принципе, я думаю, кому интересно, тот подходит. Ты спрашивай, да? Да, спрашиваю. Спасибо. Вот так вот. Можно там поспрашивать, можно там поспрашивать. Там, здесь. Смотрим, ищем, где будет лучше видно. Там вон уже что-то готовится. Время уже ближе к 7. Это мы сейчас дальше от сцены. О! Просто здесь точка выше, и мы подумали, что здесь будет лучше видно. Вот уже представление началось. Заняла место. Популярно.
Я не понимаю, что это там на горе происходит. Вот это да! Вау!
масштабненько так. Дівчата їду. Ура! Всі кричать, ура! Будет в Крыму 11-12 июня обязательно на полигон Заречное под Симферополем. Одни эмоции. Сейчас русский проект туда, скорее всего, подготовили решение. В нашу сторону. Толпа закричала сразу. Можно вам пару вопросов задать? Скажите, вы туристы или местные? Местные. Вы из города? В Экватории. Как вам представление? Хорошо. Ожидали, что так будет? Ну, надеюсь. Ожидали, что будет еще самолеты? Было еще. Ну, самолеты, да. Их отменили, к сожалению. А, ну мы постоянно на разные реконструкции просто бывали, да. Но сегодня вообще обалденная реконструкция. Такой не было. Такой не было. Такой не было. Альминская, балаклавская реконструкция. Спасибо большое. Ребята, можно вас спросить, как вам шоу? Отлично. Ожидали, что так будет? Да. А вы сами? Вы туристы или вы местные? Не, мы вон там же. А, вам вообще здорово, да? Пойдем досматривать. А я шоу будем дома смотреть. А, всего 4 года. Как вам? Нравится. А 4 года назад здесь что-нибудь такое было? Нет, не было. А ты? И 3 года назад не было. А, первый раз, да? Вообще первый раз такое, да. Понятно. Очень интересно, очень здорово. Спасибо. Вам спасибо. Мало. Оказывается, салют отменили. Вот, но мы концерт посмотрели. Вообще нам все очень понравилось. Ребята, жизнь вообще прекрасна. Вот. Но салют мы обязательно посмотрим. Завтра 12 июня, праздник, День России. Я его обязательно буду отмечать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И будем изучать Крым вместе. Пока!